встал. Спокойно. Это все. Это все нормально, да? Да. Тут было мужчину. Было? Да, да. Было мужчину. Вот и. Вот кумало было. Вот тут. Весь дрова рубал. Ну шо, пивлица выдослось, света знает. Я глаза закрыл. Спокойно. Далеко. Пошло дальше. Вот. И я. Вот. И мы вера в Збройні Сили України. Мені стидно перед жінкою. Жінка пішла, я її відправив сразу під Полтаву. А бібліотеку теж жалко. У мене тут бібліотека капітальніша була, до мене все село ходило, читало книжки. Я завжди там підкупляв книжки. Часто задають, що ви не виїжджаєте, ви там ждете цих росіян. А зачем вони нам треба? Ми жили тут і живемо потихоньку. Держимося. Держитесь, да. Ждемо победи. Вот. Когда будет победа, как вы думаете? Ой, как дадут нам вот эти летаки, как называют их, F-16, да. Ничего. Выдержим. Выдержите? Ху! Сыночки, Донбасс на колено не ставал. Вы извиняйте, будь ласка.